Всем привет, наши уважаемые зрители! Сегодня я буду жарить картошку. Для этого я возьму 4 средних картофелины и порежу их на дольки. Я сейчас покажу, как я это делаю. Вот я режу на дольки. Вот так будет в итоговом варианте. Нарезанные дольки я высыпаю в миску и заливаю все это холодной водой. Это нужно для того, чтобы картофель крахмал отдал в воду, чтобы при жарке дольки не прилипали и не разваливались. Затем я нарезаю лук полукольцами. Для моей порции будет достаточно половины луковицы. Вот так я нарезаю, нарезала. Все подготовила для жарки. Затем высыпаю замоченный картофель. Забыла сказать, надо замочить на 5 минут. Затем бумажной салфеткой промакиваю его. Подсушиваю. Затем в хорошо разогретую сковородку выливаю подсолнечное масло. Даю сковороде разогреться и высыпаю туда наш подготовленный картофель. 5 минут на огне больше, на температуре больше среднего даю поджариться. Немножко перемешиваю, чтобы посмотреть степень прожарки. Вот еще можно немножко помешать. Через 5 минут окончательно перемешиваю нашу картошку и высыпаю в нее подготовленный лук. Затем накрываю сковороду крышкой для того, чтобы лук стал мягким, чтобы он не пригорел и отдал аромат картошки. Перемешиваю опять все немножечко. Добавляю по вкусу соль. Опять же перемешиваю. Теперь я добавляю кусочек сливочного масла, и практически мое блюдо готово. Масло придаст приятный аромат. Перемешиваем, и все. И где-то 1,5-2 минуты оставляем, и блюдо готово. Вот так оно выглядит. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем здоровья. Всего доброго.